Всем здорова, всем привет, с вами Шмыг, мы на канале Ушмыги. Сегодня играем в SteamWorld Heist, и это вторая серия. И пытаемся вспомнить, что же там было на первом. На первой, я помню, нас, короче, кто-то чпокнул нормально тогда. И, в общем, по-моему, мы остались там, короче, плохо мы там сыграли. Да, говорите. Вот это я не был уверен, что тебе можно доверять, но не так ты плоха, как кажешься, Фарадей. Ну вот, а я-то думал, что моя наглость тебя убедила. Конечно, Пайпер, мы не всегда с тобой ладили, но железок надо остановить. В этом ты прав, мне надо найти их босса и преподать ему урок, вот и все. Поговори со слухачкой в баре у Лола, она много слышит и, может быть, укажет, где его искать. Это в колонии, тамошний шахтер не очень любит таких, как я. Это они пиратов не любят. Будешь драться с железками, полюбят и тебя. Так, ну, отправляемся. А мы, может быть, что-нибудь купим? Подожди. Что у нас по бабкам? Иди-ка сюда. Сюда, я говорю, иди. Ну, хорош. Да. Музычка-то... значит, стоимость 300, у меня 1600, да? Любимое оружие всякого задира зажато в угол в пьяной драке. Плюс один к ссадинам в начале, с противником в ближнем бою. Это для ближалки. Плюс два заряда персонажа может использовать один раз за задание. Профилыч, ремонт, ключ к успеху. Ну, то есть выживание. Ну, давай, возьмем одну такую тему. Это не надо. Здесь что? Добыча решает, наверное, одну ячейку, что позволяет вам пройти один определенный предмет. Важнейший предмет для любого коллекционера. Ну, давай, одну штучку возьмем. И, собственно говоря... Не надо. Так, мы идем вот сюда. Ну давай, давай, не тупи. Просто игра, видите, для контроллера сделана, а как бы, ну, для мышки это, ну, такое себе. Поэтому тут такие могут быть глюки, небольшие глюки. Отправляйся в колонию, посмотрим, сможет ли туда добраться и поговорить с этой слухачкой. А, сможем ли мы туда добраться и... так, подожди, а у нас еще не сделано... Стоп. Смотри. А что это такое? Это, наверное, значок, что там вообще прям. Пожалуй, малоопытный ко мне такое дело не по зубам. Пусть она сначала наберется опыта. Согласен с тобой, согласен. Погнали сюда. Стыковка. Что здесь у нас? Что за дымящийся ствол? Скорее всего, он продает какое-нибудь классное оружие, да? Малый Кокберн. Говорят, возвращается плохая примета, но к моему магазину это не относится, мэм. А, смотри, тут пушки. Ёпти. А, автомат, смотри-ка. Ну-ка, сколько стоит? 800. Дороговасто. Ой, это что такое? Подожди, это нагрудник, типа. Дает плюс один к здоровью, минус один к дистанции ускорения. Дополнительная закаленная броня. 600 она стоит. Броня 600, да? Подожди, а вот это вот пусечка такая, да? Ну да, понятно. Да нет, мне, наверное, не надо, потому... Да не надо, говорю. Не надо. Сюда, пожалуйста. Ну, пока по пушкам... Не надо пока тратиться, короче, на пушки. На пушки тратиться это все такое себе. Кажется, от этого подождения корабля железо наносится крики о помощи. Корабль полностью загружен, и поскольку все фермеры пропали, его стоит осмотреть. И, да, но тут, видишь, нам нужно... Ну, мы, видишь, да, на одну звезду мы там подобосрались немножко, но... Кажется, от этого... А, ну я это прочитал. Так, набор снаряжения. Вот теперь давай повнимательнее. А почему вдвоем? Я же... Мы же... А, всего двоих можно выбрать, типа, да. Давай по оружке. Вот у него стоит 3-4 урон и пистолет мертвец. Урон 3, подожди... Плюс 2. Да, вот ты вот это одеваешь. У тебя что это такое за оружие? Нет, подожди. Либо вот это, либо вот это, да? Быстро, легко целиться, у меня пулю и так слетят. Да, давай я тебя возьму. Так. Гранатка, тебе что? А тебе давай вот это возьмем. В принципе, все. Погнали. Ну давай начнем. Давай. Посмотрим, насколько ты хорош. Нажимайте R, чтобы включить выключить полноразмерную карту. В смысле? Так, ты. Нет, не ты. Ты сюда.
Сюда, я сказал, быстро. Сидеть. Так. Блин, я ж потом не отойду. Тупняк какой-то. А, знаешь, что мы можем сделать? Так, и две дверки. Три дверки. Три дверки, открываем бы. Так, еще двое упырей. Еще двое упырей, подожди, ты. Да ёптель. Моряк. Ты слишком долго плавал. А, так нет, мне все равно надо сюда идти. Новый ход, да? Ёпти, тут двое. Один ближняк, да? Один ближняк. Один ближняк, один ближняк. Что делать-то? Я пока вот сюда идем. А ты сюда идешь. Нет, ты сюда идешь. Ближняк добежит до него или нет? А-а-а, вот это другой разговорчик. Ах ты, падла. Ледули. Так, а ты? Подожди. Ай-яй-яй. Ну да, да, сделаю так. Не, не так, вот так. А, или... Да ну нет! Бред! Опа, ты куда по... ты куда сдриснул? Так, хорошо. Точнее, не очень хорошо. Блин, опять я очень получаю много, много звездулей, получаю просто потому что. Все. Меня это бесит. Жди. И ты жди. Ай. Да иди ты на. Thank you.
Ну, я не знаю, давай сюда пробежим. Вообще, снизу бы его надо было как-нибудь чпокнуть, да, по идее? Я надеюсь, он ему не хватит хода ударить. Да, отлично. Бред. Ну ладно. Подожди, а ты не можешь выкинуть эту тему ему? Уже это, типа, не поменяться никак, да? Жалко. Ну ладно. Так, ну чё, у нас, типа, вот сюда тогда дорога идет. Блин, жалко, что, да, видишь, не получилось Оп. Так, ну да. Нет, ты у нас вообще сидишь теперь в такой копе, прям, чтоб прям тебя вообще никуда не попали. У нас одна дорога вниз и одна дорога сюда налево. А, подожди, что я делаю-то? Ладно. О, влагособиратель Моузби. Привет, ребята, это я, влагособиратель Моузби. Кажется, как же я рад вас видеть. Меня забрали прямо с фермы злые троняшки и бросили для перевозки в эту кучу лома. Я так долго тут пишу, что уже не чувствую ног. Был бы очень достоин с вашей стороны вернуть меня на ферму. Окей. Йоп, парный. Пегидон, а как эти ковботы попали на борт, кузина? Не знаю, давай-ка покажем, что бывает, когда залезаешь в корабль железок. У нас столько груза, что не знаю, даже влезут ли они. Можно освободить немного места в трюме, а потом прямо на свалку их отвезти. Эвакуация-то хороша, да? Да, пока сидим. Ковбота. Ну там еще дверка, но там скорее всего два каких-нибудь абсоса будет, если не больше. Ну постараемся, что делать, постараемся взять. А один, ой-ой-ой. Да ладно! Да ёптель-моптель, а! Thank you.
жалко, что, ну, что ж теперь поделать. Зато всю эту забрали. Ну, а, ну, да, смысл, конечно, в этом. Ну, ладно. А тут, видишь, тут три. Я-то думал, тут будет не три, а двое. И двоих, в принципе, может быть, и завалил. Ну, короче, да не, я лошара, чё. Но неважно, неважно. Мы играем и дальше играем, да. Дальше играем, проходим, веселимся и наслаждаемся игрой. Да? Ну, а что сделать? О, ближний бой. Отлично. Отлично. Добыча. А, снайперское оружие уровень 2. Урон. И вот этот. Ну, как-то так. Да, у меня, кажется, Фарадей-то не сможет подняться уровнем. Не повезла бедологе Моузби. Да, интересно, какой теперь урожай собирать будет без ног. Он фермер, он справится. А вы молодцы, что обратно его отправили. Так, пока, короче, так, но у нас теперь... А как туда? Туда только вот через это можно попасть, да? Большой корабль со множеством лестниц, освободить его от добычи, а заодно расправиться с обитающими там железками. Боты, бурильщики в колонии будут вам признательны. Учтите, что после выполнения задания спасательная капсула может оказаться далеко. Так, значит, заряжаем тебя. Да, вот этой темой. Тебя. Давай, да, этой темы, тебя эти. Ближняя будет. Тёлка, ближний бой. Ну хорошо, погнали. Погнали. Грузовой перевал. С помощью ТАП можно перемещаться между грузовыми даже на ходу. Проклять, сработала сигналка, идет обратный отчет, когда дойдет до нуля, поднимет тревогу первого уровня. Так, куда мне надо-то? А, скорее всего, туда. А, потому что этот же не простреливается. Ай, падла какая, смотри.
что делать-то? Так, ладно, забирай пока добычу. А, блин, она его ударит. Нет, не туда, не туда. Не... Блин, ну ладно. Я потом... Опа. Не, надо вот сюда. Влево пойдем или вниз еще пойдем? Подожди, у тебя этот, то ладно, у тебя как куда хода хватает. Так, давайте тогда сюда. Влево тогда пойдем, да? Или вниз? Давай вниз. Так. Что делать-то? Подожди, а ты спустишься вниз, да, если что, да, давай. Тогда делаем вот так, чтобы не задерживаться. Ну, потому что сейчас будет тревога, сейчас придут эти ковоботы. Ой, или как они там, как их там зовут? А я как бы хочу сдриснуть с этой планеты по-быстрому. Скорее всего, вот сейчас они... А, нет. Да ёпти. На-на! Так, ты забираем. Сюда. Так, и теперь ты сюда. Да? Правильно? А, ты не успеваешь. Фак. А я уже все. Я уже все. Слышишь ты меня или нет? Красавчики. Ну, тут нормально. Хорошо и без потери, и вообще отлично. Шляпа. Какое-то что-то. О, 3 единицы урон любому врагу, атакующему в ближнем бою. Делай как я, делай как я. Отлично. Одну ячейку расширяет, и там водичка. Отлично. И опыта, все получают опыта. Это шикарно. Но
Новая способность. Здоровье. Увеличит уровень здоровья этого персонажа на 1 единицу. Отлично. Мощный выстрел. Дорогая сыщик получает еще один дополнительный выстрел. Работает только один раз за ход и только при использовании обычных атак. Прекрасно. Прекрасно. Это очень прекрасно. Посмотрим, дошли ли суши, а наши... Эти игроки тоже больно много сил, на самом деле, за укрепленным поясом астероидов. Ну что, погнали, посмотрим, может быть, мы успеем на эту... Точнее, сможем отправиться на эту планету. И нам скажут, где робототоботы. Подожди. А это что такое? Этот богатый полезным ископаемым поиск космических мусор тщательно охраняет. Чтобы поговорить со слухачкой, команда должна сперва набрать достаточно репутации. Простым пиратам там не рады. О-о-о, 9, а тут 22 звезды. Подожди, а где 9? А сколько мне не хватает? А, у меня хватает, у меня же... Отлично. Ну, парадом нашу честь не устроили, но мы хотя бы заодно. Так. И, собственно говоря, прилетаем на станцию. Мы можем поговорить с этой дамочкой и узнать, где, собственно говоря, наш противник. Ну, это мы оставим на следующей серии, поэтому всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шмыга. Всего-всего вам доброго. Пока.